Предновогодние подарки от администрации города получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они, конечно, уже не дети. У многих подрастают свои малыши. Бывшие воспитанники домов-интернатов около 10 лет дожидались собственного жилья. В начале декабря 18 человек получили ключи от квартир. Еще 20 счастливцев обрели жилье в пятницу. До этого многие ютились в общежитиях. Кто-то жил у знакомых и родственников. Когда мне первый раз позвонили из администрации, попросили приехать на осмотр квартиры, я ожидала ужасную, ну, как обычно, нам показывают по телевизору, что обшарпанные стены, полы, там сантехника вообще в ужасном состоянии. Они мне отдали ключи, я поехала сама одна смотреть ее. Она находится на сортировке, район сортировка. Вот. Приехала, открыла и просто встала, потому что стены были полностью в ремонте, полы, сантехника вообще в отличном состоянии, вообще все новое, беленькое, светленькое.